22 июня, в День памяти и скорби, у обелиска памятника «Скорбящая мать» в Каспийске прошел митинг. На мероприятии присутствовали руководители образовательных учреждений города, участники афганских событий, представители Каспийской флотилии, а также администрации и многие другие. Прошли десятилетия, но память о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину, кто безвинных жертв этой войны, простых граждан, женщин, стариков, детей, ее защитников навсегда в нашей памяти. Помимо этого, пришли на митинг и юные патриоты, студенты и школьники. Они прочли тематические стихотворения. Столько лет уж прошло с той поры, как горела земля под ногами. Многих нет ветеранов с войны, но мы помним о них, они с нами. И листая альбомы в семье, вдруг заметит нечаянно кто-то. Притаилась война в уголке, в пожелтевшем от времени фото. Далее участники встречи почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску.